В 49-ю школу приехали 16 команд. Каждый уже стал лучшим на районном этапе конкурса. А сегодня подростки вновь продемонстрировали свои умения. Одни юные инспекторы дорожного движения участвуют впервые. А для других это возможность превзойти прошлогодний результат. Очень гордимся, что у нас в городе есть такие ребята, которые знают правила дорожного движения, которые соблюдают их. А самое главное, я надеюсь, что еще и учат своих близких, родных и своих одноклассников правила дорожного движения соблюдать. Я вам сегодня желаю, естественно, чтобы вас не подвели нервы, чтобы вы тому, чему вас учили ваши дороги, сегодня полностью показали. И пусть сегодня победит сильнейший. Итак, конкурс объявляю открытым. На старт, внимание, поехали. Практическое задание – самая зрелищная часть соревнований. Участникам на велосипеде нужно было преодолеть полосу препятствий, и чем быстрее, тем лучше. Каждый конкурсант проходит несколько этапов, среди которых змейка, разворот в ограниченном пространстве, узкая тропинка. Мне нравится больше решать билеты, они легче, а кататься более тяжелее. К конкурсу мы готовились достаточно долго, тренировались, ездили на велосипеде, проходили препятствия в нашей школе. Я очень надеюсь, что мы победим. Одна из самых сложных станций, по словам участников, автогородок. Здесь юидовцы должны проехать на велосипеде небольшой участок дороги, не нарушая правила дорожного движения. Надо было найти нарушителей, еще надо было найти части велосипеда и безопасный путь от дома до школы. Также конкурсанты отвечали на вопросы о ПДД, оказывали первую медицинскую помощь и рассказывали основы безопасности жизнедеятельности. Победители соревнований отправятся в Казань, где пройдет республиканский этап конкурса. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ.